приятного аппетита. Я начну с ухи и уже попробовала грушу вкусную. Слушай, я так черпанула ухи снизу, что у меня только одна гуща попалась. А уха-то вкусная. Вкусная. Катюха тоже я взяла. Уха хороша. Хорошо, что я взяла. Все такое прям по-домашнему. Да. Очень вкусно. Девочки, приятного аппетита. Приятного. Спасибо, мы такие голодные. Потому что мы не ели, знаете сколько? Очень долго. У меня аж голова начала болеть. Плохо работает связь. Сейчас Wi-Fi к своему этому подключусь к МТСу. О, крутышка есть. Крутушка. Крутушка. Ну-ка, сейчас попробуем, как у них Wi-Fi работает. Вкусненько. Очень вкусно. Я... Ну-ка, прям огонь. А что меня впечатлило? Масштабы, да? И народу дофига. Это не все. У меня здесь капуста, картошка, тефтели, косточка. А тут у меня целая гора салата разного. Ну, потому что я это хотела. Уплочено. За то, что уплочено, должно быть проглочено. Салат с яблоком. Один капуста. Ты спросила, чем отличается один от другого. Один с яблоком. Поняла уже. Вот, девки, оздоровимся. Омолодимся. Приедем домой, счастливы, отдохнувшие. Катюш, сними себе сумку, ёпарься здесь. Главное, чтобы не сплю с кофе, а с минус. Точно, будем счастливыми. Так, Wi-Fi без пароля работает отлично. Вон, у меня загрузилось. Все хорошо, да? Да. Ой. Наслаждайтесь каждой минутой, друзья мои, наслаждайтесь. Вот вы представляете, что мы с утра пережили? Все это сзади, все, наслаждаемся. Все позади. Куда ты прилетел на мою еду, скотобаза? Девчонка, девчоночка. Я говорила, бери себе тарелку, вот бери. Она теперь с моей тарелки, мой салат хрумкает. Чуть-чуть жалко. Нет. Приятного аппетита. Я просто так и знала. Меня Виталий так всегда делает. Я наберу себе, мне пишут, нифига себе в нее влазит. А тут помощники есть вечно. Вот раз зачесался. Ой, девочки, как. Я бережу твою фигуру. Спасибо. Вот за это я тебя благодарю. Ну, все. Пусть знают. Я бы очень хотела попробовать. Меня сбило с пути. Там, если что, можно еще набрать это, салату. Не так, просто тебе говорю. А кило сала в номер дадут? Мы планировали. Салат в салфеточку заверни. Зачем салат? Сало? Салат. Я хочу сало. Сало нет. Ну что, в виде релакса есть кусок. А что, кстати, в машине-то? Утром.
Утром ходим. Не очень тебе хотелось. Место к ним. Слушай, ну хорошо же здесь на самом деле. Такое спокойствие, да, какое-то, да. Особенно из-за того, что взрослые люди вокруг. Ты понимаешь? Сейчас белочек посмотрим еще. Молодые мужчины ходят. Смотри, там где салат накладывают. Ну сколько? Ну 32-35. И он уже не первый. Так что здесь разные. Да. Но даже все вот эти взрослые приятные люди, приятные мужчины. Быдло здесь нет. Это они приехали, да. Они приехали за тем же, зачем им и отдохнуть. И получить максимум кайфа. Вот я уже начала получать. Особенно, когда я номер увидела, я просто охерела. За такую цену. Я считаю, что это... Ну, это... Не душ, а ванна. Да ладно, ванна на троих. За такую стоимость ты ни в одной гостинице не снимешь. Ну, а это... А это у тебя еще с предоставлением вот этого спа антистресса. Курса целого. В общем, суп огонь. Так, это моя. А груша? Не убираю, это десерт. Сейчас ты ее начнешь есть. Я тебя знаю. Приступим, помолясь. А сама подвинула ко мне да. Капусточку. Да, чтобы вдруг тебе хочется, а ты стесняешься. Я не стесняюсь. За это не переживаю. А я переживаю, потому что ты у меня одна. У меня запасной, тебя нет. Я тебя люблю. Я тебя больше. Девушка пишет, что-то советское напоминает. Конечно. И мы так и хотели. А где она пишет? Инстаграме. Конечно, советская. Если бы мы могли себе позволить в данный момент поездку в какую-нибудь, ну я не знаю, ну, куда-нибудь за границу и 100 тысяч в сутки платить, мы бы, конечно, поехали. Ну а так как мы знаем свои бюджеты, я считаю, что на этот бюджет... Это просто охеренное место. Да. Не буду даже говорить хорошее. Оно объективно охеренное. Еще если учесть, что такая вкусная еда. А мы еще и не гуляли. Мы еще не гуляли, да. Мы только заселились, увидели номер. Еще и в баню не ходили. Еще, ну, вообще у нас еще не начались наши даже эти... Антистрессы. Угу. Катюха, пока Катюха вышла, она же тут уже... Сейчас сторисы хоть прогружу. Да, не программа. Ой, какой у меня, какая у меня кровать. Господи, я сама себе завидую. Три минуты человек оформлял один балл такой внутренний успокоение. Да, кайфец. Мы не попадаем в туалет. Не попадаем. Посмотри. Я с утра надела костюм, который костюм под холодильник. Что? Нормально? Ответь ей, пожалуйста. Ну ты же умеешь, Кристин. Да и Катя умеет. Отвечает. Не отвечу, но тебе не понравится. Ладно? Да, коротко и ясно. Почему мне не понравится? Мне понравится. Вы одинаково мыслите. Что? Я бы в пизде написала. Смотри, что я написала, значит. Можно же
рычаг с собой взять. Да. Так это для этого и дают. Все собой забирают, конечно. Вот и я уже забыла, что я снимаю мукбанг и начала работать. Начала выкладывать вам все. Просите этот бок. Зря это желаю, если. Ну, ничего страшного. Я удалю комментарий, потому что надо прочитать. А что там? Ну, блин, ты снимаешь, да? Угу, сейчас. Не знаю, я просто перепутала. Она говорит, я просто перепутала? Да. Что перепутала? Я. Yeah. Геннадий и... Алевтина. В принципе, одна и та же. Но это всегда плохо. У меня ноги так болят, крутят это все. Слава богу, поем спокойно. Угу. Пока загружается. Пробежка какая была, это вообще. Угу. Это вообще. Да. Чего ржусь? Не нахуй. Ты заткнись, говорит. Вообще, конченая. Вы представляете, мы бежим по аэропорту. И сумку в нее надо было еще кинуть. Мы бежим, Катя самая первая. Она просто рванула, как вот лошадь перед забегом долго держит. Понимаете, чтобы у нее мышцы требовали, чтобы она бежала. Вот Катюху выпустили. Невзирая ни на что, ни на людей, ни на сумку на плече, ни на нас, орущих сзади бегущих, она просто неслась к цели. Она видела стойку регистрации, и она к ней через весь аэропорт херачила, так что дым коромыслом. Я за ней бегу, думаю, слава богу, она хотя бы первое место займет, чтобы нам назначили регистрировать. И тут Кристина сзади. Подождите. Я говорю, слушай, беги, тебя ждать никто не будет. А? Не надо людям в офисе ждать, что ты сказала. Беги, тебя ждать никто не будет. Ты сказала... Я была в состоянии аффекта. Угу. Я не буду озвучивать, даже для меня это слишком. Сейчас штаны можно расстегивать. Нет, я взяла очень удобную одежду. Ничего жать нигде не будет. Нет, нет. Можно с запасом питаться. Неужели мы отдыхаем? Мы в отпуске. Все, я рада, что никуда бежать больше не надо. Угу. Заткнись, беги, Кристина, не ной. Причем мы тогда, когда бежали, стоит какая-то молодая девка и говорит, вот между нами она там стояла, да успокойтесь, там автобусы стоят, они ждут. Она с коляской шла. Она видит, что мы бежим, она такая говорит, господи, спокойно идите, там еще автобусы стоят. Я просто слышала, какие нах автобусы. Какие нах автобусы? Мы реально добежали, и мы забежали в этот автобус, который уже ехал. Знаете, как в фильмах? Вот в фильмах последний бывает? Последний
перед тобой уже все, закрывается дверь. Вот так мы забежали, я думала, что все. Часть нас, нашего коллектива, останется там. Кто-то явно из последних. Ну, уже конченая. Ну, вообще шоу. Меня твой бог задержали. Не зря же Катя летела впереди, как антилопа. Ну, там вообще просто. Я ее даже не видела. Я видела тебя в синей куртке, Катя, я не видела. Я вообще не знаю. Ну, капец. Вчера все веселые старты. Катя, вообще, фантастич. Ну, все. Просто прикидываюсь вечно. Ну, еще и болезнь. Вот. Но, на самом деле, во мне очень много лошадиных сил. Да. И сегодня я это 400. Доказала. 400. На наших скачках в аэропорту. Ты победила все скачки. Всех лошадей. Ты выиграла в этой скачке. За это тебе будет приз. Будешь нас возить, когда мы устанем. На своих плечах. Как вкусно. А что на ужин будет? Нет? Ты еще не доела. А что ты ничем не заправила, Слата? Не хочу. Мы же позвонили таксисту утреннему. Я им говорю, вы помните, вот этих девушек утром везли на такси в аэропорт. Сложно, помните. Он говорит, ну, всем это рассказывает. Я говорю, мы успели. Он говорит, знаете, что говорит, слава Аллаху. Он, видимо, с нами молился. Я так заржала. Он говорит, вы что, вы уже все там, в аэропорту, все хорошо? Я говорю, мы уже в Казани. Он, да ладно. Я говорю, да. Он говорит, ну, я рад, что вы доехали. Мы доехали, ты нас довез. Дружок, я в последние 20 минут поездки, я просто, это, помните, у меня вся жизнь перед глазами каждые 20 секунд проносилась. Как он несся, господи. Ты помнишь, как он с одного ряда в другой перестраивался? Я уже думала, господи, пожалуйста, может быть, лучше нам не лететь? Не так уж сильно хочется. Все это? Считается, типа, национальное, нет? Да. Да? Да. Чак-чак, это вообще вкуснятина. Вчерашку. Без ничего, чак-чак вкусно. О, срок годности 90 дней. Я хотела сказать, вчерашний это свежий. Но получается совсем. Я люблю чак-чак. Вторая бреда чувствуется. У меня ноги ватные. А когда у нас процедуры начнутся? Сейчас все узнаю, сейчас надо все разведать, что у меня. Ну, с иглоуголовым решили, да? Сейчас подходим к рецепшену, я говорю, вы давайте шприцы с иглоуголовым мы сами. Да. Отлично. Катюха хочет иглоуголование. Я нет, мне не надо. В смысле? Ты просила. Не было такого. А что вы не откроете, например, здесь чак-чак поесть чаем? Я наелась. Я даже доесть не могу. Ну, слабочка. Немного всего. Он чуть не вылетел. Хлеб зря брала. Всегда обидно, когда вот так хлеб остается, и никто не съел, я не взяла. Я просто больше брать никогда не буду, мне не надо. Боже, как я наелась. Как мне было вкусно. Все меня раскумарило прям. Сон. А когда поешь в себя-то? Я предлагаю поспать. Часиков 14. До послезавтра. Ну, не зря же мы приехали отдыхать. Десерт. Такое что-то вкусное.
Вообще обалденно. Я смотрю, убирать за собой не убирают, что ли? Все встали и пошли, как свиньи. Почему как свиньи? Ну, ему человек ходит, убирает. Не знаю. Я тоже могу за собой убирать. Ну, убери. Ну, не положено, так не положено. А что, я за ней побегу сейчас? Женщина, подождите. Слишком культурный приезд. Жалко. Я лучше планирую. Давай брать там положим. Он уже все лежал у меня. Лизнул ты его, да? На картошке лежал. Все, чайку. Доброе утро. Просыпаемся. Сидит тут, прикимарила. Нам же по всей территории надо пройтись. Во все эти заглянуть. Белочек позырить. Щели. Ладно, вы не хотите. Да сейчас. Что? Что да сейчас? Да, сейчас. Что? Да, вкусненько. Ну, чтобы свой, да? Я тебе свой не отдам. Спасибо, очень вкусно у вас. Мы вам хотели помочь убрать посуду. Да, да. Угу. Спасибо большое. Ты компот снял. А, да, все, приятного аппетита, кушайте с удовольствием. Бонусик.